прям можно затеряться где-нибудь в лесу в них. Да, по лесу бегать. Огонь. Мы решили все-таки в Ашан. Да. Саша освободился вполне себе быстро. Вот, и мы в Ашанчике. Серьезно? А тут всякие новинки. Да, литр. На ценнике написано. А-а-а. Что ого. 1 литр размерчик. Серьезная штука. Что? Для тех, кто очень любит чай. Или кофе. Или кофе. Да, такой пьешь. Смотри, какая штука. Смотри. Да. Это она, короче... Она показывает? Да, температуру. Типа, когда горячая, там, да. Видимо, она зеленая. Ага. Да, да тут вот. Кружка Хамил Сигнал называется. Угу. Хорошая идея. Чтобы пить нужно. Вот эта штука. О, это прикольная тема. Смотри, понимаю, да? Ты поняла, что это за прикол? Смотри. Я помогу тебе. Такой типа. Да. Подожди, стой. Ну, всякие есть вариации. Ну, вот это, конечно. Eat, sleep, drink, repeat. Я думаю, что eat, sleep, drink, repeat это скорее с той литровой кружкой, да? Такая еще штука. Да. С накачанной рукой. Big boss. Big boss. Давай папе подарим. Папе? 294 стоит. Вот это 240, но они разного размера. Вот та больше, это чуть меньше. Кстати, надо же что-то папе придумать. О, смотри, Men's Day. Men's Day. Выглядит очень красиво, но только, ну типа, это что, раз в год доставать? День мужика. Нет, каждый день просто. У того, кому подарят, будет каждый день мужика. Понятно. О, смотри, как оно прикольно сделано. Да, она прозрачная, классно. И черная такая же. И черная. Да. На ней классно фотки делать для Инстаграма. Да. Да вот. Happy Wednesday. Счастливого дня мужика. Ящичек для инструментов. Женщинам, значит, сковородки не дарят, а мужчинам вот, пожалуйста, и вот такой ящичек для инструментов. То ящик инструментов, то намек на то, что надо помыть машину. И вот такой ящичек для инструментов. А? Ну вот это хорошая цена, в принципе. Да. Ну он такой себе надежненький. Вот есть еще ашановский, но что-то на него нет ценника. У тебя самый классный. У меня по-любому, да. Машинки. Ну это типа для бороды, да? Ну да. Или ты такой вжик и подстригся. А, ну бритвы, все дела. Вот тут смотри с нас. Этот. Да, так тут с насадкой там для ушей, для носа, типа того. Что тут еще есть? Уши и наушники. Это что? Это колонки. Портативная колонка. Вон дальше ушки, наушники. Ушки, наушки. А вот ты вчера его видел и мне показывал колонку. Так. А, типа ну портативный вот. Музыкальный да, центр, вот. Да. Так. Ну, кстати, стоит, смотри, сколько, 4000 всего. Ну, это который самый маленький, вот там. 40 ватт. Ну, этот такой нормальный, приличный. Он типа как бумбокс играет. Да. У него качество такое, ну такое уличное, знаешь, на улице да. Как раз таскать. Само то. Да, классно. Есть вот пободрее за 7. Я думаю, что за чел тут стоит и стоит, думаю, что он не уходит. Встал, думаю, что он залип тут в шапке, что ли, для бани. Смотри, держи мыло крепче. Директор бани. Да. Ой. Ну тут, в общем, для бани масса всего. Наборчики, естественно. А, ну это типа там начальник, у коллеги, все дела. Такие наборчики. Угу. Для тебя, любимая. Любимая? Ассорти. А, подожди, любимая, еще рано. Это типа остатки 14 февраля? Да, я думаю, да. Ну хотя и на 8 пригодится. Ну тут наборы чайные. Смотри, какие наборчики тоже. Это подарочные ассорти с магнитом. С магнитом? Да. А, это такой большой магнит? Ого, да. Какой магнит. Это такой огромный магнит. Да. Это вот такой огромный магнит. Да.
Здесь подборка, видимо, чисто мужских полотенец. Да, такие цвета приятные. Красиво. В подарочной упаковке также. Вот эти мне нравятся полотенца. Men's Day? Да. Ну да, это интересное, интересное. Согласен. О. Тапули, а где трусямбы? Вот, военные, вот. Все тут есть. Вот даже класс. В этот танки есть, танчики. Тапки с танками. А вот, смотри, какие тоже. Прям можно затеряться где-нибудь в лесу в них. Да, по лесу бегать. Оно, согласен. Но тут есть, вот, смотри, да, полный наборчик. Все тут есть, все тут есть. Классненького, хорошенького, симпатичного. Мужские подушки, мужские фартуки. Да, они тут все такое, знаешь, типа, что побрутальнее, да, поотбирали, да? Ну, это вот для гриля всякие. Классная штука. Перчатки, очень-очень. Маме давай твоей подарим, а то у нее нету прихватки. Ого, ну тебе. Такая по локоть, знаешь, чтоб прям в печку залезть по локоть. Вот покороче. Вот эти прям как из брубара, да? Ага. Даже пледы. Это, знаешь... бробар, дедушки, в смысле папе. Этот. В смысле, мужской бробар ты имеешь в виду? Ну, да. Бородобар. Вон, смотри, для папы, дедушки. Пледик какой-то. Да. Это как бородобар-гриль. Да, и постельное мужское классное. Мужское. Смотри, такие наборчики. Ну как, мальчуковое. Да, интересные, интересные. Чемпион. О, какие же они милые. Да. Вот такой. Не, они обычно, когда летят, делают так. А эти такие. Ой-ой. И такой. Классные шампунчики. Да, 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 да. Очень здорово сделаны. Да, и наборчики тоже такие. Да, для мальчиков тут. Это прям пошел отдел. Я сначала 319. Думала, а почему тут мужчина? А потом поняла, что это для мальчиков на 23 февраля пошло. Ну да. Вон супергеройские гели для душа. А вон тут фруктовый душ. Видишь, тут гель для душа в виде бензина. А, канистра бензина и машинка. И машинка. Вот такие наборы для мальчиков. А, так что в Ашане есть что посмотреть прямо. Слушай, так это что такое? Три в одном. Шампунь, гель и дальше не видно. А вот пена для... Ну, не для бритья, а для ванны, да. Вот, шампунь, гель и пена для ванны. А, это классно. Три в одном. Просто, да. Короче, мыльная жижа. Идея, и машина. Идея супер, да? Да, типа канистра. Здорово. И машина. А вот для мальчиков, как интересно, тоже шампунь, гель для душа и игрушечка для совсем малышей. Ну, это какая-то приспособа. Ну, игрушка для ванны. Это что-то туда класть. Это надо сзади посмотреть. Типа или мочалку. Или что-то такое. И тут еще сзади игра, кстати. Да, какая-то штука тут сзади. А, это надо определить, помоги где чья тень. Найти свои тени. В общем, да. Это сколько стоит вообще? Это... А где от него ценник? 289, нет? Нет, 289 это вот, утенок. 259. И еще за 209 есть вот такой набор косметики-фиксики. Шампунь для волос и тела и крем. Тоже для мальчиков. Угу. Без слез. 209 слез. Рублей. Я тебе говорю, это что-то туда класть. Вон, смотри, оно на липучках, и туда типа что-то класть. Мочалку. Ну да. Ну, губку или мочалку. Да.